Всем привет. Смотрите, какая интересная штука есть у нас. Можно распечатать фотки с Инстаграма. Сейчас мы посмотрим, как это работает на практике. Стоит у нас в центре Чернигова, в нашем развлекательном торговом центре. Сейчас, на примере нашего лидера. Приведем пример. Сергей. Талаш. Пропиарим зато Серегу видео. Серега, это специально для тебя посвящается это видео. Вот наша фотка. Оп. И мы, в общем, можем распечатать, получается, эту фото. Вот, кстати, фото по результатам. Интересно, на просмотр нельзя, наверное, да? Нет. Вот. И суть в чем? 20 гривен стоит распечатать любую фото с Инстаграма. Прямо здесь вот оплачиваете 20 гривен и сразу же тут же фото. Мы можем посмотреть, как это выглядит. Да не надо. Не надо? Не будем? Ладно. В общем, вы поняли. Вот такой есть у нас инструмент в городе. Очень классный. Сейчас еще посмотрим себя. Попробуем. Вот. А, что-то понаписывал? Сильно много букв. Вот Сергея как-то раз и сразу нашел. Ага. Не так-то просто меня найти. Нажми на это, да. Я думаю, что у меня под этим тегом нет. Так а ты его писал? Нет. Это нужно искать здесь. В общем, меня здесь нет. Вот такие у нас есть вещи передовые в нашем городе, вот, развлекательном нашем центре. Так что, классно, классные технологии, нужно пользоваться. Всем удачи!